Ребята, на это появилась снова анимация лайка, и при нажатии его он будет сидеться разными цветами, а также из него будут сходить разные эффекты. Если вы вдруг об этом не знали, то обязательно прожимайте лайк под этим видео и наблюдайте. Но перед началом ролика хотел бы специально для вас разыграть премиум по за 229 робоксов. Но чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео, и написать абсолютно любой комментарий под этим видео. Но чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. Ну а вот, кстати ка прошлый победитель розыгрыша на премиум пас. Отпиши мне в дискорде, и я тебе выдам твой приз. Но ну, я вам желаю удачи и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежны. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы совершенно для всех. Ссылочку на сайт и на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите как можно быстрее. Всем привет, ребята, с вами как за Цезарь, и добро пожаловать в Манник Симулятор 2. Я думаю, что многие игроки, которые только начали играть в Манник Симулятор 2, либо же которые уже давно играют, я думаю, что они 100% задаются вопросом, как же все таки фармить кучу гематиков, чтобы можно было покупать себе и кирочки, и бэкпаки, и крейды, и фармить себе гем энчанты и также еще открывать много новых яиц, которые стоят за гемасики, чтобы получать себе лимитированных питомцев и чтобы себе вообще во всем не отказывать. Потому что гемасики на самом деле очень быстро тратятся, все стоит довольно-таки дороговато. И люди реально задаются вопросом, как же все-таки фармить много гемов. И в этом ролике я покажу, как это все-таки сделать, как реально зафармить просто кучу гемасиков. Вот, но перед началом хотел бы вас, конечно же, попросить э -э подписаться на канал, естественно, если вы до сих пор еще не подписаны, то что еще очень много люди не подписаны на мой канал. Около даров 80%. Также обязательно прожмите лайкосик этому видосику. Было бы супер приятно. Также прожимайте колокольчик, чтобы приходили уведомлять по поводу новых классных роликов. И также еще я очень часто раздаю крутых питовцев в Маник Симуляторе 2. А, поэтому затем прожмите колокольчик, чтобы вам пришло уведомление и вы зашли ко мне на раздачу. А, также... Пишите комментарии, знали ли вы эти способы, помогли ли они вам. Я думаю, что 100% часть способов вам могла помочь. Вот, ну, особенно, я думаю, что для новичков. А, и, в принципе, все. Также еще в начале ролика, ребята, я, скорее всего, разыграл премиум пас. И еще в начале ролика это показывал, кто выиграл прошлый премиум пас. Поэтому, если что, обязательно участвуйте, это лайкосик, подписочка и комментарий. Чем больше комментов, тем больше шансов на победу, естественно. А, перед началом сразу же скажу, ребята, все, что я буду сейчас показывать. Я все гематики получаю в два раза больше, чем вы, так как у меня есть геймпас на X2 гем. Сейчас еще на скидке. Этот геймпас стоит всего 174 робокса. Но не особо дорого. А, без скидок он стоит 350. И если честно, я вам реально советую. Потому что я думаю, что разработчики будут делать очень часто всякие левитированные яйца, которые будут стоить за гемасики. Если вам кажется, что и вот это яйцо, которое стоит за 3 гемасики, это очень мало. Но если вы прям хотите бесконечно открывать, чтобы выбить себе секреточку, либо много крутых питомцев, либо же как я делаю я раздачи, а мне для этого нужно супер много открывать яиц, чтобы получить очень много питомцев для раздачи, то 3 гемасика за яйцо, это на самом деле очень даже много. Потому что за 24 часа открытия яиц можно потратить наверное, около 150 тысяч гемов. А если бы не способы, которые я покажу в этом ролике, у меня уже было бы 0 гемов. А пока я открываю яйца, я также фармлю гемасики, и поэтому я в 0 гемов я не ухожу. Конечно, я ухожу немножко в маленький минус, так как все-таки яйцо реально стоит дорого, и даже все способы фарма гематиков они мне все равно, эм, ну, скажем так, немножко уводят в минус при открытии вот этого яйца. Вот. Ну что ж, ребята, то, что у нас уже прошло 2 минутки погнали показывать способы давайте самый самый простой способ ребята если вы только вот новичок зашли в игру то есть естественно кодики в маник симулятор 2 есть три кодика на гемасике а именно первый код это games вот такой вот кодик я уже их все водил он дает 50 гемасиков а следующий кодик это у нас трейдик когда у нас только добавился трейд в игре вели кодик это он дает нам 250 гемасиков и третий котик это у нас э, Free Games. Он дает у нас 150 гемов. И сейчас я не уручаю, что еще до сих пор эти коды работают. Но вроде все коды, которые были в маленьке, они вроде до сих пор еще все должны работать. А, дальше. Следующее, что нам может помочь Фармить гемасики У нас в первом мире на последней локации есть Crystal Cavern, а, такую вот локация. у нас здесь, здесь есть Game он дает нам 300 гематиков, но у меня... Ой, 350 гемов, но без X2 гемов Отдает 175. Ну, так, в принципе, неплохо. Тем более, если вы здесь, короче, не прокачаны, то у нас, например, первая кирочка а, в Ребир Шопе стоит всего то по вот, 1000 гемасиков либо же 2000 гематиков. Поэтому с помощью их способов вы эти 2000 гемасиков довольно-таки быстро нафармите. Тем более, уже там кодики, у нас СП пел ночь, фейерверка, а теперь просто темно, но да ладно. А, следующий способ, это, ребята, естественно, у нас есть сундучки. Ну, во-первых, у нас еще есть сундучок а, в О, на мире на последней локации, там сундучки дают 700 гемасиков, ну, либо же без x2, x2 гемов 350. Но у нас еще есть маленькие сундучки а, в шахтах, получается, пещерах, а, есть эпические сундучки, которые наверное, дают где-то без x2 гемов, там где-то по 20 гемасиков, бывает даже по 40 могут дать, а, и также еще они, бывают дают до бусики лаки, там на коины еще бустик и так далее и также еще есть легендарный сундучок э, он нам дает где-то по 40 по 50 бывает даже по 60 гематиков досок с 2 гемами естественно будет еще больше и также еще бывает дается бустики там Желтый, по-моему, бустик, может даваться супер лаки также еще обычные лаки может даваться. А, могут даваться там крейты могут даваться также. А, ну и, в принципе, вроде бы все. А, если что, я сейчас в новом ролике, наверное, покажу скриншотик эпического судачка, Если я еще найду легендарно, они довольно редко встречаются. Я также скриншотик вставлю. Это следующий способ. Еще один способ, ребята, естественно, это индексы. Вы открываете яйца, которые добавляются в новых обновлениях, вы заполняете индексы. А, появляется такой вот подарочек здесь. Вы его забираете, и вы получаете гемасики Конечно, есть индексы, с которых сейчас даются бустики. Это, например, там омега-лаки, да. А, но не все. С многих а, индексов даются именно гемы. По-моему, с этого патриотика я получил буст на 2 на 2, на 2 часа омега-лаки. А вот с Шани индекса я получил 19 тысяч гемов. Вот с этого патриотика. Потом обязательно выполняйте индексы, потому что с них можно также получить очень и очень прилично гемасиков. Это следующий способ. Еще один способ, ребята, это, конечно же, пас. Это пас, естественно. С пасом мы можем получить, смотрите, опять же, у меня x 2 гемы. 600, 800, тут у нас 900, 1300, можно получить 1700, тут 2200. Абсолютно бесплатно. А если мы еще купим премиум пас, если, например, выиграть у меня в ролике, то вы получите, смотрите. Во-первых, бусты, которые также стоит за гемматики. Естественно, скорее всего, ребята, многие для чего фармят гемы. Вот, для чего вы фармите? Я думаю, что 100% для того, чтобы прикупить себе кирочку, либо же заинчатить себе какие-нибудь бустики, либо же, естественно, чтобы открывать яйца и купить тебе вот эти бусты, которые стоят очень и очень дорого. А преми пасть вы эти также бустики вы можете бесплатно получить, например, вот 30 минут, 15 минут, это уже 5 минут, там практически это считать, вот смотрите, вот у нас еще полтора часа, полтора часа, два часа, два часа, это считать уже 18 тысяч гемов, вы абсолютно на халяву получите. Также вот 14 тысяч гемасиков можно получить и так далее. То есть довольно-таки также неплохой способ для фарма гемасиков. Дальше, следующий способ, это у нас ачивки. На ачивке вроде бы, ребята, геймпас на X2 гемы не работает. Вы вроде бы не работает, насколько я знаю. А, и здесь также можно получать, смотрите, сколько гемасиков. 1700, 3500, 7000 за выполнение. 12500, 30 косарей гемасиков. 900, 4500, 17000 гемов. 500, 1700, 2500, 7000 гемов. А, дальше, смотрите, вот 20 тысяч гемов, 31000 гемасиков. Вот я сейчас уже могу получить 50 косарей гемов. А, потом, смотрите, 49000 гемов. Это просто капец. Прики, прикиньте, 49000 гемасиков вы можете получить, просто выполняя ачивочки. Ну, конечно, 49 надо отыграть 500 часов. Довольно-таки много, но у меня уже 300-300 часов отыграно. Это у нас следующий способ. Дальше. Следующий способ у нас еще какой? Смотрите. Ну, получается, Space travel, да, там, смотрите, вот, в последнем мире а, можно получить 700 гематиков Давайте прямо сейчас получим а, Так, где у нас, вот он, получается, у нас Glitch чазм. С него мы можем получить также гемасики А, ну, у меня 3 часа с видно, еще Откат, ну, да, можно получить 700 гемов с x2 гемами А так, 350 а, Дальше, следующий способ, естественно, кстати, забыл Самый простой способ, ребята, для фарма гематиков Естественно, это у нас ребирты За ребирты а, вы получаете, конечно же, мультиплеер Вот, и получаете гемасики. Я с Экзогемами получаю 300, а обычный человек получает по 150 без геймпаса. Сейчас реберты довольно-таки можно быстро делать. Меня сейчас всего 150 ребертов, потому что я их не делаю, потому что я пользуюсь другими способами фармить гемасиков. Сам последний способ будет даже самый офигенный. Вот, но это чуть попозже. Также реберты можно делать их сейчас на самом деле очень быстро. Фармить коина несложно. Тем более, если вы, допустим, там, прокопали дырочку вниз там, в шахту, где там есть много рут, зафармили пару рут, продали, создали есть вот, хорошие питочки, как у меня, продали сделали ребертик, плюс гемасики есть, и все супер. Купили там себе кирочку. Но ну, можно делать очень быстро гемасики, если у вас есть кирочки, уже именно вот такие вот бесконечные, как у меня, например, вот такой, вот, геймп... вот такой вот бэкпак у меня есть, вот такая вот кирочка. Можно, конечно, еще купить еще более крутую, но я пока что в более крутой кирке я не нуждаюсь. Вот, дальше, следующий способ, ребята. В новом обновлении у нас добавился спин to win. Офигенная штука. У нас она также еще, по была в баблгаме, она добавилась в каком-то ивенте, а потом после ивента ее добавили уже на постоянку в игру. Я очень сильно Надеюсь, что после того, как закончится вот этот ивент с Днём независимость Независимости США, то что спин то добавят просто в обычный, э, ну, на обычную постоянку в игру, потому что для меня это спин это просто, не знаю, это реально казино, это офигенная штука, мне это прям супер-супер нравится, это прям, я не знаю, это, ну... Это офигенный способ. Но давайте либо типа, перейдем к самым последним. Это не самый офигенный способ. Давайте самый офигенный способ. Мы сейчас покажем. Я вам его покажу предпоследним, потому что спинтувин мы сейчас будем с вами очень долго крутить. Потому что для ролика я спинтувин немножко подготовился. Короче, ребята, самый офигенный способ это Factory. Factory это прям просто имба способ. И если бы не он, я бы уже, наверное, открывать вот эти вот яйца, я бы не смог бы и не смог бы делать для вас раздачи. Потому что вот эти гематики тратятся очень много. Но есть фактор и есть завод По производству гемасиков Нажимаем крафт и за валюту вы можете э, Фармить гемасики За 2 часа, смотрите, мы тратим 950 миллиардов э, саберкоинов ну допустим триллион У меня там сейчас почти 50 триллионов есть И мы получаем 3800 гемов, но у меня x2 гемасики Ребята, вот в этом плане Если вы реально хотите открыть, например, себе вот эти Лимитированные яйца э, Если у вас там, просто вышла обнова, там хотите не чат, Ну в принципе x2 гемасики можете не, фар, не покупать, вот, ну 1900 Я думаю, вам будет достаточно, но если вы хотите открыть супер много яиц лимитированных за гемы, то вам 100% нужны x 2 гемы. Потому что вот эти гемасики будут очень много тратиться, но x 2 гемы вас спасут. Потому что где-то так, смотрите, за день открыть вот этого яйца вы потратите около 150-200 тысяч гемов. Но, если вы будете использовать этот -то завод, то за 24 часа вы сможете зафармить с x 2 гемасиками 136 тысяч гемов. Просто, ну скажем так, обратно себе кэшбэк сделайте. Я думаю, это офигенно. А, смотрите, вот мы сейчас только вот нажимаем и смотрите, бамс, бамс, и за 2 часа, через 2 часа, мы с вами получим сколько? 9000, 12 400, да, мы сколько получим? Нет, стоп, 3800, 9000, 11400. Да, 11400 мы с вами гемасиков уже получим через 2 часа. Я думаю, это просто офигенно. Итак, каждые 2 часа, я ребята, реально, постоянно, каждый день я оформлю. У меня вот уже буквально вчера было практически 0 гемасиков. И вот за день я заформил у меня уже почти 150 тысяч гемов. Вот так вот, каждые 2 часа ставьте себе там будильничек, все дела. Подходите и э, делайте себе фарм гемов. Но, естественно, вам, конечно же, нужны коины. Поэтому берете, идете там на волну, фармите коины, чтобы у вас там было, было много триллионов, как у меня. Вот у меня там сейчас триллионов 50 практически есть. И фармите гематики. Но X2 гема вам нужны 100%. Сейчас они стоят 174 робокса. Обязательно покупайте, пока действуют скидочки. Но до думаю, до конца недели будут действовать, поэтому пока что у вас есть время. А, и также еще. Uh, без, ну, без скидок они стоят 350 На самом деле, 350 робусов uh, а не так уж и много uh, Для кого-то много, для кого-то нет Но, я вам прям реально, вот если у вас есть выбор Какие uh, гемасики купить То обязательно покупайте гема, Потому что они вас спасут на всяких, например, ивентах uh, Где вы сможете крутить себе яйца за гемасики Потому что потом вы 100% окупитесь Если выпьете себе крутых питомцев Потому что они лимитированы Потому что у меня сейчас, например, есть шайни секретка Я ее выбил uh, Обычно секретка сейчас уже сотни не особо дорого шайни секретка сейчас стоит, ну... Дороговато, намного дороже, чем обычно Естественно, вот, но после того, как Закончится ветер, через какое-то время, я думаю, что это Лимитированная секретка, Стоит, будет стоить намного Намного дороже, потому что она будет лимитирована, естественно, ну и последний способ Ребята, это спин дуин, смотрите Это у нас такое колесо удачи Который мы можем крутить раз в какое-то время Тут мы можем выбить э, бустик Вот это на 10 минут, вот этот на 15 минут На 10 минут, на 5 минут Если вы будете крутить, то по факту, смотрите э, Вам в э, большинство ребятам Нужны гемасики для того, чтобы покупать Бусты, и даже если вы из этого Спидувина не выбить гемы То вы можете 100% выбить себе бустики А это считать уже, что приравнивается к гемам Также здесь у нас еще выпадает Питовица рандомный, э, с него можем выбить Астрогидру, например, 1% довольно-таки редкий Пэт, но этот питовица, как видите видите, даже с нулевым уровнем он очень офигенно. Если вы его выбьете, это прям супер офигенный питомец. Особенно, если вы его еще прокачаете. Вот, а, также падают гемасики. Здесь у нас падает 150, но с геймпасом 300. здесь у нас падает 1500, без геймпаса 750. Вот, и для спиду вида также, ребята, это офигенный способ. Но он прям офигенный, только если у вас есть x 2 гемы. А, без x 2 гемов, конечно, если вы прям в и будет падать много гемасиков, то вы сможете много зафармить. Но с x 2 гемами намного лучше, потому что, представьте, 750 гемов и 1500. Это естественно, намного, намного лучше. Вот, и я зафармил ребята, до ролика 111 спинов. Это мы сейчас будем их крутить очень долго. На это я примерно потратил, э, смотрите, наверное, где-то около 95 спинов, я думаю, я, скорее всего, купил. Может быть, 90, от 90 до 100 я, скорее всего, купил, остальные я получил бесплатно. То, что ты можешь получать спины бесплатно раз какое-то время. А раз какое-то время, раз в 4 часа, можно покупать их за гемы. Можно купить себе 8 спинов за 1000 гемасиков. За 1000 гемасиков можно купить 8 спинов, вот примерно где это потратил на все эти спины, ну, допустим, давайте около 10 тысяч гемов. Прямо сейчас я все эти спины открою. Запоминайте, сколько у меня гематиков. Посмотрим, сколько я получил бустиков, также смотрите. Приравняем их примерно к скольким гемом. Ну, за сколько, мы батар... сколько бы гемов потратили, если бы крутили бы этот вин У меня омега лаки на 5 минут, 2 только. Дальше у меня 5 омега, 5 супер лаки на 10 минут. Ну, вот эти я считать, наверное, я не буду на 15 минут, потому что они стоят довольно-таки дешево. будем считать именно вот эти вот. Ну, также тут... Еще вот эти падают, они довольно-таки полезны, кстати, для фактори Вы идете, фармите, и узнать вот, это, вот этот бустик и вот этот И вы получите уже в 2,5 раза больше э, себе, получается, коинов, чем могли бы Вот, ну, в принципе, все, погнали, ребята Запоминайте, сколько у меня гемасиков, Запоминайте, ну, надеюсь, я еще выбью питомца, если фортанет Вот, и полетели Я, наверное, не буду ставить на, скорее всего, на этот, на ускоренную часть. Я знаю, сразу же, скорее всего, просто сейчас все открою, и мы уже с вами продолжим, посмотрим, что я выбил и тому подобное. А то это будет слишком долго. 110, 101 спин спинов это будет реально долго крутить. Все, ребята, короче, погнали. Итак, ребята, все, я только что уже дооткрывал все-все эти 111 спинов. И как вы видите, у меня было 147 580 гемасиков, а теперь у меня 189, то, короче, практически 190 тысяч гемов. То есть, практически мы с вами получили сколько? Uh, ну, практически 43 тысячи гемов. Я думаю, это достойно. То есть, я примерно на все вот эти вот, получается, спины, я потратил, наверное, около 10 тысяч гемов, но получил 43 тысячи. Но, естественно, без X2 гемаса я получил бы только 20 тысяч, Uh, и чисто это было бы всего 10 тысяч гемов. Но я чисто бы сейчас получил аж целых, получается, где-то 33 тысячи гемов. Поэтому, как вы понимаете, на спинту, ту прям реально уходить в хороший плюс. Нужны x в гемасике. Можно, конечно, и x 2 гемасиков, да. Как бы гемасиков тоже нормально падает, но у меня было бы чисто бы 10 тысяч гемов, а по итогу у меня чисто сколько? 13, 000, 33 тысячи. Я думаю, это офигенно. Вот, смотрите, я открыл все-все спины. У меня сейчас 0. Uh, конечно, астрогидры мне не выпало. Мне выпало дофиги еще вот этих всяких вот питот. Смотрите, у меня их тут очень много Вот, кубойтов мне не выпало У меня он как был один, так и остался Вот он а, Дальше, следующее Получается, мы это выбили Но, ребята, так как вы знаете, что вы, ну, многие фармите фармите чтобы покупать бусты, да а, Вы знаете, то, что я, мы с вами посмотрели У меня было два буста на пять минут от этого омега-лайки Теперь у меня, смотрите, сколько их У меня, их. раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать Uh, сколько? 14 или 15 штук у нас, короче, сейчас прибавилось. Это сколько? 14 на 5... Ну, где-то 14 на 5, это сколько? 70 минут. Это чуть больше часа. Это считайте, что 9,5 с тысяч гебатиков. Ну, 10 тысяч гемов вы еще плюсом получили. Если изойдете, все эти бусты, начнете открывать яйца и выбить еще крутые себе питомцев. Также еще у нас, uh, ну, еще много выпадало обычных лаки, но еще выпали на супер лаки. У нас было их 5 штучек. Но теперь у нас их получается вот 1. Э, 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 160. Вот это 16 или 17 штучек у нас их есть. 160 минут, и, короче, практически 3 часа. А 3 часа это у нас практически, ну, еще больше 2000 гематиков. То есть, считайте, что мы с вами получили чистыми 33 тысячи гемов. Ну, чистыми это значит то, что я э, ну, получил 40 тысяч гемов, но я вычтил то, что я потратил на эти спины. И, честно, осталось у меня где-то 30 тысяч гемов. Плюс еще буставить где-то выпало на 10 тысяч гематиков, и мы с вами со спинов получили около 40 тысяч гемов. Я думаю, это просто офигенно. Вот, да, э, эти бустики, на эти спины где-то потратил. Да, ради их зафармил за полтора дня сети 100 спинов. Я думаю, это неплохо. Вот, это офигенно. Тем более, мы выбили свою кучу бустов. Также еще и шанс офигенного питовочка выбить. Э, и много гематиков э, получить. Вот, и в принципе, все, ребята, на самом деле, это все были Надеюсь, вам понравился данный ролик. Получился он довольно-таки долгим, даже на самом-то деле. Вот я вам показал все-все способы, с помощью которых вы сможете получить реально очень много гемов. Поэтому. Если вы досмотрели ролик до самого конца до этого момента, то давайте э, в комментариях напишем гемы это кодовое слово. Тогда я пойму, что вы досмотрели ролик до самого конца, буду лайкать ваши комментарии, ну нажимайте сердечки, и вы будете реально просто красавчиками. Э, в принципе, все, ребята, обязательно участвуйте в розыгрыше на премиум пас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии. Э, также проживайте, обязательно колокольчик, чтобы не пропускать раздачи и также не пропускать новые видосики. Ну а с вами был, как всегда, Цезарь. все желаю удачи, конечно, же, хорошего настроения и до скорой встречи, Все, ребята. Всем пока-пока!